Привет, меня зовут Катя, я похудела на 35 килограмм. Смотри, вот примерно такой я была всю свою жизнь перед тем, как начала худеть. И вот такой я являюсь сейчас, удерживая вес уже более 3 лет. Вообще, на самом деле, действительно, я с самого детства была достаточно пухлым ребенком. Никогда не была худой, верила в то, что я действительно на генетическом уровне предрасположена именно к такой комплекции. Я никогда даже не думала о том, что я могу быть худой или весить меньше, чем, ну, условно говоря, там 70+. Поэтому, когда моя подруга предложила пойти в спортзал и похудеть, мой первый ответ ей был: нет, у меня широкие кости, я не похудею, это просто невозможно. В успех своего похудения не верила не то чтобы даже я, не верил абсолютно вообще никто. Поэтому, придя в спортзал с вопросом похудеть, мне кажется, в моих глазах даже тренер читал: ты уверена, что ты этого хочешь? Но мне очень повезло с тренером, потому что, мне кажется, он был единственный, кто действительно сказал: мы попробуем и мы сделаем. Давай посчитаем, 2018 год. Сейчас мне 33, сейчас 22, сколько было? Когда я решила похудеть, мне было 29 лет. Я уже была достаточно состоявшейся личностью и воспринимала себя именно в том весе, а это было 98 килограммов, ни много ни мало. И, в принципе, менять ничего в своей жизни, в своем теле тогда я не планировала. Можно сказать, что это была случайность, когда подруга просто сказала: пойдем, я за компанию пошла. Но, к слову, вот можно добавить, что как бы я ни говорила про то, что я принимала себя в этом весе, про то, что мне все нравилось и меня все устраивало, определенные такие проблемы и в плане здоровья, и в плане реакции окружающих, да, когда идет достаточно симпатичная девушка 98 килограммов, они существовали, они были. И какой бы самоуверенной личностью я ни была, это ранило. На самом деле это оставляло такой определенный отпечаток. Вот, себе можно признаться в том, что это было достаточно тяжело. Тяжело было решиться именно на этот процесс похудения, потому что я понимала, что это не быстро. И когда тренер мне сказал, какого ты хочешь результата и как быстро ты хочешь получить этот результат, я ответила, что я хочу его получить очень быстро и очень большой минус. На что он мне сказал: сколько лет ты этот вес как бы наедала? Ведь это же не год, и не два, и не три, это вся твоя жизнь. Поэтому, ну, он сразу изначально дал мне такой ориентир: не жди быстрых результатов. Но результаты на самом деле превзошли все мои ожидания, потому что мой результат ушел за 8 месяцев. То есть я получила результат в минус 35 килограммов за 8 месяцев. Вот. И очень интересно, когда ты еще зимой весишь, условно, там, да, 98 килограммов, а уже летом ты вообще меняешь кардинально свой гардероб, ты меняешь свою жизнь, потому что, ну, это уже другой человек, и ты себя чувствуешь абсолютно другим человеком. На самом деле, вот эти эмоции, наверное, они самые крутые, и они просто перечеркивают все там слезы в спортзале, вот этот вот режим питания, режим тренировок. Ну, кстати, могу сказать, что он был составлен очень грамотно, и впоследствии, когда я уже меняла других тренеров, я ловила себя на мысли, что, скорее всего, если бы мне попался другой тренер вот тогда, скорее всего, я бы не получила нужного результата. Давай, будем делать ножки рядышком, да, пока. Угу. Чуть-чуть ниже, с резиночки платформы. Угу. Коленочки всегда контролируем. Угу. Мы всегда стараемся с клиентами начинать с базовых упражнений. Почему с базовых? Да, там, где задействованы большие мышечные волокна, где больше всего задействовано групп мышц, то есть мы не в изоляции, да, когда мы в изоляции, мы включаем маленькую группу мышц. Чем больше мы включаем мышечных групп в работу, тем больше у нас идет взаимодействие с телом.
что для начинающих людей, конечно, самое важное включить как можно больше мышечных волокон в работе. Базовые упражнения у нас будут относиться жим ногами, приседания, тяги, румынские мертвые, сумо тяги, выпады, подъемы на платформу. Если мы будем говорить про верхнюю часть тела, то это у нас уже будут подтягивания. Верхние тяги, нижние тяги, тяга к поясу, жим на грудные мышцы, жим на плечи. Это все будет относиться уже к верхней части тела, но тоже к базовым упражнениям, да, где мы можем тоже задействовать как можно больше мышечных волокон в работу. На самом деле муж не верил в успех моей компании, но я не могу сказать, что он меня не поддерживал. Он сказал: ты хочешь, ты уверена, пожалуйста, вот тебе деньги, иди, пробуй, добивайся результатов. Ну, могу сказать, что первые 10 килограмм минус не заметил никто на мне, кроме меня. Ну вот серьезно, то есть, ну все-таки 10 килограммов? Ты серьезно? Ну нет. То есть я всегда шучу и говорю, что тебе очень повезло, потому что у тебя в жизни есть возможность пожить, можно так сказать, с двумя женщинами. Мной 98 килограммов и мной сегодняшней той, которой я вот являюсь. Мне кажется, я хороший мотиватор для всех, кроме своего супруга. Потому что, глядя на то, как я прошла весь этот путь, он был на самом деле не такой уж и легкий. И муж был, наверное, первым человеком и единственным, который видел это все от начала и до конца. Поэтому, возможно, именно в этой части у него не возникает желания повторить мой путь и сделать то же самое. И это время отдыха. Екатерина, одна минуточка между подходами у нас сейчас. Первым делом я хочу сказать, что дисциплина была превыше всего. То есть я села сама с собой, честно, откровенно поговорила, что либо мы делаем все по плану, у нас присутствует стопроцентная дисциплина, и мы получаем результат. Это я о себе сейчас говорю во множественном числе. Либо у меня не получится ничего. То есть вот, чтобы ты понимал, я отказалась от сахара в один день. Вот тренер мне сказал: Катя, никакого сахара, от слова совсем. И вот на следующее утро в моем рационе больше не было никакого сахара. Моя программа тренировок была составлена из трех разовых, три раза в неделю тренировки и план питания, который тренер составлял индивидуально под меня, индивидуально, учитывая мои тренировки, мой вес, мою активность. Я могу даже сказать, что он в каких-то моментах учитывал мой рацион, то есть что я кушаю, что я не кушаю. Я не кушала говядину, и в моем плане питания вот этого продукта не было. Оно было абсолютно сбалансированным, оно состояло из чистых, если можно так сказать, продуктов, то есть не было никаких никакой еды, привычной, условно говоря, для меня, когда я весила 98 килограмм, это были сосиски, это была какая-то колбаса, это были там, я не знаю, какие-то булочки, хлебобулочные, что-то еще, этого всего не было. Были четкие там крупы, мясо, яйца, овощи, орехи, то есть те продукты, которые в достаточной степени насыщали мой организм теми нутриентами, чтобы я не хотела, например, скушать конфету или там что-то еще. То есть, сидя на этом питании, мне не хотелось подъедать. Мне не хотелось есть что-то вредное, запрещенное. Если меня зовут на день рождения, если говорить о том периоде, когда я сбрасывала вес, на самом деле, честно, я старалась избегать таких приглашений. Мне было проще отказаться, потому что я понимала, ради чего я это делаю. И, скажем так, одно мероприятие в кругу друзей с вредной едой могло бы меня, наоборот, толкнуть на срыв, и я бы, может быть, вообще закончила бы этот вопрос с похудением. Я очень благодарна и себе, и своему окружению, потому что я всем говорила на тот момент: ребята, пожалуйста, поддержите меня и просто поймите, это не потому, что я не хочу там прийти к вам в гости, это потому, что я хочу сохранить в себе ту мотивацию и тот результат, который присутствует. Если серьезно, то самое сложное для меня это было начать, решиться, просто собрать вещи и пойти в спортзал, купить абонемент и начать, сделать этот первый шаг. Я могу сказать, что не так сложно было
идти к своей цели, чем действительно вот решиться на нее. Просто поверить в то, что это возможно. Уже больше 3 лет я сохраняю свой вес. Ну, если честно, то сохранять вес на самом деле чуть сложнее, чем сбросить. Но то, что я этот вес могу сегодня сохранять и удерживать, при этом кушая уже, ну, другие продукты, это заслуга именно моего того питания, которое изначально мне прописал тренер, на котором я грамотно, учитывая тренировки, сбалансированное питание, сбросила свои 35 килограммов. На сегодняшний день моя цель состоит в том, чтобы улучшить качество тела. Я не говорю сейчас о похудении, я говорю сейчас больше об огранке, я говорю сейчас о формах, о мышцах, возможно, вот. Бытует мнение о том, чтобы похудеть, человеку нужно перестать есть. Либо есть очень мало. И я авторитетно заявляю, что это неправда. Чтобы похудеть, нужно есть. Есть полноценно и сбалансированно. Мой завтрак состоит обычно всегда из овсяно-блина с различными родоначинками. Я люблю творожный сыр, рукколу, красную рыбку и кунжут. Обед у меня всегда один и тот же. Это каша, курица и очень большая тарелка овощей. Ужин у меня всегда под настроение. Это может быть либо легкий салат, либо омлет, либо что-то более легкое. Также в моем рационе присутствуют перекусы из фруктов, протеиновых батончиков. И если я хочу скушать шоколадку, то я могу себе позволить скушать даже шоколадку, не больше 20 граммов. И чтобы вы наверняка мне поверили и поняли, что здоровое питание – это недорого, просто и, главное, быстро, я предлагаю вам приготовить вместе со мной овсяно-блин. Для приготовления овсяно-блина нам понадобится геркулес, творожный сыр, 2 яйца, авокадо, красная рыбка, руккола и кунжут. Наверняка знать, что я все делаю правильно, я занимаюсь подсчетом калорий. Сегодня это очень удобно делать, потому что существует масса различных приложений подсчета калорий. Это очень удобно, вы можете контролировать всю еду, которую вы съели, и находиться в дефиците. На самом деле это не так дорого, как может показаться, потому что упаковки рыбы красной в 200 грамм вам хватит на 5 приемов пищи. Если вы используете овсяно-блин только на завтрак, то вам хватит на целую неделю. Можно бесконечно долго смотреть ролики в социальных сетях о том, как кто-то уже похудел, кто-то уже изменил свою жизнь на 180 градусов и думать, что эта история точно не про вас. У вас широкая кость, генетическая предрасположенность и еще много-много чего. Я не буду вас агитировать на то, чтобы вы занялись спортом или изменили свои пищевые привычки. Я хочу попросить вас, чтобы вы задали сами себе вопрос, нужно ли вам это по-честному, действительно, и как может измениться ваша жизнь, если вы попробуете однажды, и все-таки у вас получится.